Мы приехали в китайский район. Будем тут искать дешевые... Чайнатаун. Дешевые... Что ты вообще хочешь купить? Я не хочу искать ничего дешевого, я просто хочу приехать посмотреть китайцев. Что у них есть, это здесь не было давно. Говорят, что у китайцев дешевые всякие... Говорят, что у китайцев. Всякая херня дешевая. Нет, здесь просто есть такие вещи, которые гораздо дешевле, нежели в магазинах. Ну, да. Например, здесь там, всякие сувениры, брелки, всякая такая вот фиговина. Херня, я же говорю, всякая дешевая херня. Ну, иногда есть прикольные вещи, на самом деле. Я хочу здесь себе какой-то ремень посмотреть. В общем, сегодня обзор на китайский район. Сколько стоит? 25 центов в 10 минут, да? Тикет. Он тебя кинул на бабки. Он сломался. Ну реально не работает, смотри. Он мелочи обратно дает. Надо другой поискать. Саня, куда мы заехали? На паркинг под землю. Это платная парковка? Угу. Сколько стоит? $12 в час, по-моему, 2 часа. Ничего себе. Мы не нашли бесплатную парковку на Митаре и решили заехать в подземную парковку. Посмотрите, какое высокое здание. Прям. Зачем это было так, Дим? Смотри, Олег, какое здание? А? Чё? Ого! Ну, оно очень высокое. Прям. Приходится очень высоко голову задирать. Да, да. Китайский район находится в районе канала Стрит. Если вы хотите добраться сюда на метро, вам нужно Q Train, если вы едете с Бруклина. Ну вот, собственно, и канал Стрит. Китайский район. Вот они пошли, китайские магазинчики. Спасибо, называется. Нет, знаешь, думаешь, что-то не в Америке, да, где-то вот в китайском в этом районе или... Ну да, 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 или где-то, знаешь... Смотри, мы заходили в один магазин, там очки, Ray-Ban, допустим, стоили, сколько они там стоили, там, ну, $250, да? Да. Здесь вот такие же очки, примерно, но они как бы, понятно, что это дешевое, как бы, качество. Ну, это подделка. Да, понятно, что подделка, но это они будут стоить уже 5. Не, ну $11 стоит. А, $11, то, что написано прайс, это одно, они будут стоить пополам дешевле. Еще можно с ними торговаться. Я купил себе номер на машину за $5, смотри. $100, реально номер. Это можно назад повесить, да? Да, ну, нет, вообще вперед надо сделать. А, вперед. Ну, я как бы делать не буду, так в машине кину, но прикольно. Да, может, можно дома можно повесить. А, это все. Реально на машину просто? Я знаю, я знаю. Вот что делать реально, я не видел. Ну, я видел там разные, ты знаешь, $100. А вот эти штуки. Наушники. Ну вот они, друзья, китайские магазины пошли. Все очень дешево. Причем это мех натуральный, реально натуральный мех. Да. Hi, how are you? Что тут у нас? Смотрим, ну тут сувениры в основном. Да, в основном сувениры. Сумки. Пойдем дальше посмотрим, что интересно вообще. Ну реально, такое ощущение, что ты знаешь, где-то вот какой-то... Турции, знаешь, там уже идут эти магазины маленькие. Саня, ты знаешь, мне вот чем нравятся китайские магазины, что здесь можно торговаться, как в Турции. Тут продаются китайские наушники, похожие на Beats. $30 стоят. Сань, что ты смотришь? Чехол? Это кейс, да. Сколько он стоит? Зарядка. Ну, я понял, сколько стоит? Не знаю. How much? 35. Ну, Торифай, значит, $35, ну, за 25 это можно торговаться. А в чем прикол этих магазинов китайских? То, что здесь можно торговать. Пробуем торговаться. Он стоит $35, но она может сразу не уступить. 25? Сколько, 25? 25, да. Десятку уступает, да? Угу. Ну вот, видите, друзья, десятку она уступила, но бывает такое, что она не хочет уступать. Мы разворачиваемся, уходим, и она такая, хоп, останавливает резко. Стой.
мы тебе уступим. Дмитрий, вы стали богаты или что? Да, я зарплату получил. А зачем ты два одинаковые? Они одинаковые, они разные. Почему они разные? Они же одинаковые. Они разные, почему они? Видишь, Армани и Габбана. А сколько стоит? Ну какая тебе разница, секрет фирмы был. А сколько стоит? Не скажу, военно тайна. How much? Саня, 12, да? Ты 2 за сколько берешь? За 20? Я за 20 хочу, да, взять. Ну, они гарбичные, как бы, ну такое, знаешь, на жизнь садил, побежал, чтобы не париться. Потому что нормальные ремни, как бы, будут стоить долларов хотя бы 100-150. Ну, ты говоришь, за 20. Ну, 2 за 20, да. Ну, такой, ну, нормально, гарбичный, как бы, ну, нормальный. Так, мы же пойдем туда возьмем что-то поесть, наверное. Пойдем посмотрим. Друзья, еще есть в китайском районе знаменитые китайские магазины, где продают рыбу свежую. Крабов, раков. Вот смотрите, какие огромные раки. Они живые. Тут крабы, креветки огромные. Что там у нас еще идет? Рыба. Такой запах стоит рыбий тут. Да, вообще. Креветки. Креветки очень дорогие, по 9 долларов. Рыба. Сейчас поищем черепа, змей, если есть. Да, проходи, не ори. Где тут у нас? Ну, это маленький магазин. Черепах не вижу. Но обычно в китайских магазинах всегда черепахи, змеи плавают. И все продается. А тут, тут рыбка. Ты рака покупаешь? Это лобстер, рак. Ну, лобстер. Ты не жалко его, а? Тебе не жалко его? Нет. Мне жалко. Сколько стоит? 3 за 27. Три штуки за сколько? За 27 долларов. Ого, фигасе. Много? Пришли мы обратно на подкопку. Саня, сколько? Я не знаю, сейчас будем смотреть. А что это 33 доллара? Арано. It's my price, no? $43? Офигеть, Саня. Еще? Сань, почему так дорого? Я не понимаю. Я знаю. Мы гуляли где-то час, там, час 10, и 33 доллара, это очень много. Я не понимаю, почему так дорого. Съездил за ремешком. Да, ремень обошелся мне дороже. Я за парковку дал больше, чем за 2 ремня денег. И то ремень получился уже мне сколько? $20 и 33. Ну, получается, у меня уже сколько считаю? Уже 50 долларов. Чехол купил. 50 долларов. Все, что мы скинули, короче, знаешь. За эти деньги можно было купить было в обычном магазине. Да. Да. Короче, друзья, в Манхэттене вот эти паркинги подземные, где можно машину свою оставлять, они очень дорогие. Но тут всегда есть парковка, потому что в Манхэттене найти парковку просто нереально. Ну, реально, конечно, но очень тяжело, да. Найти можно на Митаре, но Митар всегда занят. Поэтому в Манхэттен на машине ездить невыгодно. Да, только трейном, так дешевле. Да. Больше, но дешевле. Сюда гораздо. Можно поехать только если ты... На выходных днях, может, субботу. Без парковки поехал, кому-то там что-то отдал, что-то взял. А так, чтобы поехать погулять, с машины сюда ехать невыгодно. Нужно ехать на метро, либо на автобусе, ну, на чем угодно, но только не на машине. Я сейчас у Александра в гостях, у него тут как музей. Давайте вас сделаю небольшой обзор. Тут у него камин. Саня, тут ты, наверное, с девочками, да, возле камина лежишь, отдыхаешь, да? Тут у него меч самурайский. Он острый, Саня? Ну, возьми, попробуй. Сделай музыку чуть потише, можешь? Давайте меч. Фу. Саня, говори свой social security. Да, сейчас уже сказал. Сказал, быстро. Как тебе скинуть? Сейчас мы фотки с фотосессии, помните, мы делали. Где у тебя флешка? Флешка? Сейчас. Мой компьютер зайди. Вот, сейчас я выбрал фотографии, такие самые интересные. И сейчас Саша их скопирует и будет их обрабатывать. Крутой меч, конечно.
Тут у него рыбки еще есть. Рыбки, рыбки. Красивая картина. Саша, сам нарисовал? Да, маркером сидел. Твоя работа? Маслом. Картина маслом. Она, это голая, лень? Сиськи вон видны. Вот такая вот картина. Пейзажная. Пейзажная. Девушка такая интересная. Пейзажная. Хотите, я вам покажу Александра в спальне? Только если он разрешит. Не надо там. Пойдем похвастайся. Ой, подожди, давай посмотрю, что вообще есть. У него такая кровать огромная. Я такой никогда не видел. Ну что? Подожди. Он стесняется вот сейчас. Он это. А, ты не можешь найти свет? Да свет, где я набить могу, просто другой свет. Так, ну что, заходим. Сейчас я закрою так рукой. Вот такая вот. Вот такая огромная кровать. Тут вверху такой лежишь с девушкой, и ты можешь наблюдать и сверху, и снизу, и сбоку. Тебе надо еще сбоку тут зеркало повесить, чтобы, знаешь. Что мне надо еще сбоку? Чтобы зеркальная комната такая была. Там медальки мои валяются. Вот там у Сани медали. Пойдемте посмотрим. Это медали, ты именно тут их сделал? Да, это которые я здесь выиграл. Давай посмотрим. Давай сделаем обзор твоей квартиры. Это 14-й год, чемпионат мира в Рованде. Первое место? Нет, это третье, я там третьим стал. Третье. Так, а вот я еще уронил. Это здесь по Муай Тай я выиграл. Первое место? Да. Так, о, областной, да? Да, областной в Америке. Областной. Ну, штатный, наверное, или как? Какая-то, да, я не знаю. Ну, я так понимаю, это слезы по сравнению с тем, что у тебя дома, да? Ну, здесь, я, да, как бы, дома у меня, ну, у меня больше 100 боев на ринге, соревнования. Ну, дома у тебя, получается, дофига медалей, там, кубков, ну, много, да? Да? Ты не брал. Там еще где-то кубок или какой-то маленький. Нифига себе, Саня. Это что за деликатес это такие-то, а? Офигеть. Это большой рак такой, Саша? Большая креветка. Блин. Жалко так, конечно. Представляешь, как он мучился, когда готовился. Он уже не мучился. Честно говоря, я таких огромных лобстеров никогда не ел. Ты что, огромный? Это маленький самый, огромный. Огромные они вот такие, но они невкусные. Они чем старше, тем они... Да? Ну как любое другое, как раз. Ну, подожди, но я даже никогда не ел лобстера, я ел раки. Я ел раки, но лобстера я никогда не ел. С чем есть его будет? С хлебом. С грудкой, блядь, не с рисом. Хейтеры будут писать. Во, жиробасы, жируют. Да, друзья, жируем, мы живем в Америке. И тут так каждый живет. Ну, не каждый, конечно. А что, не так, что ли? Любой человек может пойти и купить себе такого рака, может, да. По большому счету, да? Ну да, сколько он стоит? Ну, $7. $7 стоит. Ну что, Саня, давай приступим к этому, к раку. К раку давай приступим. Как его это, краба этого есть-то? Ну, смотри. Вот это чудо-юдо, с чего начинать-то, а? Ну, ты начинаешь, чего хочешь, как бы там уже делать. Я буду с тобой начинать. Смотри, вроде там вода вливается еще, там жидкость. Жидкость? Мясо. Это делается вот так вот, берешь. Да, он острый. Вот такое вот мясо краба. Ну, в принципе, все, да, такое? Ну, да. Ты умеешь варить, да, вкусно? Ты не раз, да, покупала? Только тихо, потом никому не варю. Конечно, не раз. Друзья. Очень вкусное мясо, очень вкусное. Офигенно. Жопа. Жопа. Это огромный рак, можно сказать. Правильно? Ну да. Все-таки интересный игрок. Чистейший белок. Ну да. Когда дворцовый барабанщик за виды нежданных гостей приготовился ударить на караул, Христоф подскочил к нему и распорол ланцетом кожу на барабанщика. Это позволило... Не, конечно, вкус как у рака, но не такой, как у рака. Полностью перешел на сторону Елизаветы. Оставалось лишь арестовать императорскую. Вот мясо в этих клешнях вкуснее, чем в жопе. Вот ты грамотный, Дим. Ну какая-то жопа, это хвост. Ну хотя это не хвост. Вот тебе деревня, да?
Все скажут, о, блин, не умеешь рака есть или кальмара этого. Кальмар. Лобстера. Все, Саш, спасибо. Попал у меня деликатесом. Не, ну хотя. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на...